21 февраля спортивный зал школы номер 9 города Каспийска стал плацем для юных патриотов. Уже с утра подготовленные ребята 3-х и 4-х классов в форме ждали важного события – парад юноармейских войск. Мероприятие, приуроченное к предстоящему празднику День защитника Отечества, направлено на формирование у молодых граждан России патриотического сознания, активной гражданской позиции, любви к родине и своему народу. Приглашенными гостями стали полковник запаса Яхья Гамидов и заместитель командира дивизиона по военно-политической работе Магомедрасул Гайбулаев. Хочу пожелать вам успехов, отличной учебы, наше будущее, будущее страны, наша смена. Поэтому достичь великих успехов в учебе, жизни, пожелать вам крепкого здоровья, чистого неба над головой. Организатором мероприятия является детский дом творчества. Под командованием Исы Тагимова 17 команд со всех школ города продемонстрировали свои умения в строевой подготовке. В парадном марше юноармейцы исполняли патриотические песни. Завершилось мероприятие общим маршем под песню про дедушка, награждением и совместным фото. Анастасия Колесникова, Гаджи Гаджиев, новости, телеканал «Среда».